так случилось, что я лично увидел вас в деле. Канал очень подтянулся. Вот я, например, уже почти не вижу разницы между СТВ и, так у нас принято говорить, ведущими каналами. Появились много новых лиц, толковых, патриотичных. Появилось очень много молодежи, появились новые программы. Коллектив к вам хорошо относится. Поэтому очень хотелось бы, чтобы у вас эта работа получилась. Очень хотелось бы.